Сотрудники наркоконтроля решили проверить этой ночью элитный ночной клуб и обнаружили чистейший кокаин. Его продавал клиенткам сотрудник заведения, которое носит название «Каприз». Как минимум 10 человек на момент задержания находились под действием стимуляторов. Алкоголь, мужской стриптиз, наркотики и деньги. Обычно именно так проходили вечеринки в этом клубе. Никто не покидает клуб, прошу вас внимательно и с уважением здесь работе сотрудников полиции. Также я обращаюсь ко всем сотрудникам моего клуба, чтобы никто не давал интервью.